Всем привет, с вами снова Ним42, и мы с вами продолжаем проходить мод для третьего дума под названием Destiny. Так, мы закончили на том, что упарываемся тут египетской культурой, короче. Нужно поднять еще два монумента. А, все, я вспомнил, что было. Здесь были гады с летающими молниями. Да, я все понял, короче, сейчас будет очень много геморроя, кстати, как я мог пропустить аптечки, я не понимаю, ну ладно. Так, у меня, благо, есть теперь ракетница, есть же, да? Да, есть. Не то, чтобы ее было очень много, но это должно, по крайней мере, хоть как-то помочь. Так, они выходят с двух сторон сразу. Мне нужно тоже их как-то это... в кучку, что ли, свести, я не знаю, потому что они стреляют этими долбанными, длиннющими лучами. Вот, и это на самом деле проблема. Благо, пока их немного Блин, все должно быть хорошо, а их уже много, понятно. Там просто гады, точно так же, как в прошлый раз, спаунятся из воздуха. Вы это видели только что? Я просто не помню, я же в прошлой серии на это жаловался, эти уроды сначала появляются по одному. Ну и как бы, типа, все нормально, ну блин, один на один, как-нибудь с двумя разберусь, слева один, справа один. Потом внезапно из воздуха просто берет и появляется еще один гад. Вот, и это просто что-то с чем-то. Так, у меня до сих пор нет никакой БМП, естественно, да? Нифига у меня нет, ладно. Будем веселиться как можно. Ай, зачем я это сделал? Буду на звук ориентироваться. Опять я стамин трачу почем зря. Вообще, по-хорошему, конечно, мне нужно... мне нужно кого-то одного стрелять, но... Это был странный фриз, из которого меня, кажется, и убило. Как вы видите, я стреляю не в одного, а в кого попало. Поэтому это может растянуться. Вообще, там, кажется, один даже только что умер. А если это действительно так, то это, конечно, кайфово. Это значит, потому что у них намного меньше хп, чем я ожидал. И это было бы очень-очень неплохо. Просто я как-то не ожидал. Я думал, у них тоже тонны хп, потому что там были эти... красные хеллнайты, да, или какие там еще были хеллнайты, дубанные с миллиардами этими хп. Там просто невозможно их убить. Ой, блин, так хорошо бежал. Я в кого-то явно неплохо всадил. Можно было сохраниться. Просто неудачно вышло, что я попал под прям под луч. Интересно, что здесь делают. Здесь вот что хорошо в этом моде, то что... чувствуется везде хоть какая-то, но типа бэкстори, идея. То есть не просто так строятся локации, хер пойми зачем, как обычно бывает, а вот что-то есть какая-то задумка, что-то пытались там сделать. И это на самом деле очень радует, когда делаете с таким настроем блоки. Всегда очень хорошо. Опа! Так, один улетел, сейф. Не знаю, правильно ли я сделал, но... надеяться, что правильно. Так, ладно. Здесь я явно не выбегу. Мне нужно пытаться искать какой-то выход из угла, который меня тут поймали. Не, ну пока есть стамин, конечно, вообще все хорошо. Отлично. Блин. Главное просто от них свалить. Вот так, допустим. Правда, я с тремя хп, блин, засейвился. Конечно, ладно, не подумал. Я когда начинаю серию, у меня все время такие опрометчивые идеи постоянно, потому что я еще не вдуплился, вот не вник, и начинается вот такая херня. Блин, мне теперь надо и выйдеть этот снаряд один и пытаться убежать. Благо, пока у меня есть стамина. Пока я могу бегать, еще можно что-то реально сделать, потому что... когда стамина нет, это, конечно, вообще трындец. Как он по мне попал только что? Мне надо меньше из угла, видимо, высовываться. Блин, хочу скорее даск пройти до конца. Такая крутая штука. Оп, стреляй. Ладно, это совсем странно что-то. Главное, чтобы он не спамил эту фигню. Вот, в принципе, пока... пока он не спамит, я могу из-под нее как-то выбежать.
Я надеюсь, что мне нужно заевейдить только этот снаряд. И хоть бы это не было опять какой-то промечивая сохранка. Да, твою налево. Чё ж я так? Ой. Мне нужно... Короче, когда я начинаю серию, просто вообще ни с кем не воевать. Знаете, стоять где-нибудь в углу. И ждать. Пройдет минут 10, вот я так в углу постою. И, короче, потом только играть. Блин, ладно, теперь два снаряда, но... Но это ж можно как-то сделать, правда? Блин. Да чё за бред-то? У меня сейчас ещё и сохранка слетит опять. А! У меня есть предположение, что мобы здесь фиксируются на скорости моего передвижения. То есть, по идее, у них вот система... Как это называется? Система прицеливания какая-то, она же есть. Она, скорее всего, как-то фиксирует. Так, ладно, неправильное предположение, скорее всего. Короче, я думаю, что если я буду бежать сначала с одной скоростью, он начнет анимацию выстрела, потому что он зафиксируется на моей скорости. Потом я нажму ускорение, и тогда я смогу убежать из-под его патрона. Но что-то пошло не так, короче. Блин... Что надо мне теперь из этой задницы вылазить. Еще можно пытаться надеяться, что у кого-то мало хп. Я, кстати, в левую сторону так-то еще бежать не пробовал. Может, я там свалю кого-нибудь. Да. Так, ладно, подождите, дайте я, короче, сначала переключу серию, а там посмотрим, потому что что-то я трындец сейчас снова буду. Так, я снова тут. Блин, да ведь кажется, что это ж, походу, это далеко не в первый раз, когда такое происходит, что я включаю только серию и сразу забарываю сохранку. Твою налево. Хорошо, конечно, когда в начале стартующей сохранка еще быстро идет. Можно хоть... Вот. Ай, давай, сейв. Все, отлично. Хорошо, когда быстро грузится, можно еще хоть как-то... больше пытаться экспериментировать и что-то мутить, просто потому что сохранка быстро загружается. Тогда давай еще один. О, как хорошо, что я только что не нажал F5. Боже, я могу только какие-то неудобоваримые крики из себя выдавливать в такие моменты. Но это реально кайфово. Если бы я нажал сейчас F5, я вообще не знаю, что бы я делал. Так, мне надо кого-нибудь одного быстренько зафутболить отсюда. Ай, не врезайся, пожалуйста. Давайте я вас обогну как-нибудь. Вот так, F5. О, все. Так, теперь я, по идее, в безопасности. Ну, относительный, понятное дело. Главное, что их всего трое. Все будет хорошо. Блин, такое ощущение, как будто его всосало в стену, и он распался на атомы. Так, ну ладно, главное, что, короче, вот один на грани смерти уже. Хорошо. Вот так. Меня, конечно, все время бесит, когда они стреляют таким непонятным образом через все текстурки, через все модельки, и вот меня все равно убивает, это, конечно, трындец, просто ладно. Главное, что потихоньку мы идем к своей цели. Блин, страшно представить, какие хеллнайты будут на последнем монументе. Вы представляете, если здесь везде эти самые хеллнайты, что они потом еще сделают? О, еще один улетел. Так. Отлично. Ну давай, последнего. Боюсь даже напрямую по нему стрелять, потому что если стоять и целиться, конечно, это плохо закончится. Так, ну что, все? А, отлично, все. Так, я спокойненько сейчас осмотрю все, что здесь лежит. Что, вдруг я что-нибудь профукаю, я не хочу, блин, с двумя хп. О, так, это хоть что-то. Понятно, что оно мне сейчас не поможет, но... Но все же, может здесь хп? Понятно. Будем бегать с двумя хп, ну ладно. Здесь нажать больше ничего нельзя. Ну, пошли на еще один монументик смотреть.
прям как будто в серьезном Сэме, да, вот везде эта фигня была с такой архитектурой, монументами. А, это последний был? Окей. Так, и что теперь? Что-то здесь появится. Оу. Только не босса, только не босса, пожалуйста, только не босса. Что это? Почему у всех душ сиськи? Нет, я понимаю, конечно, может это исключительно женские души, но, блин. Ну чё, будем надеяться, что это портал? Давайте прыгнем. Да, это портал, все хорошо. Так, главное, только не босс, пожалуйста. Вы же понимаете, как будет весело, если сейчас будет босс, а у меня 2 хп. Просто дайте мне аптечку. Ого! Еще джампинг пазлы, не ожидал. Так, сейчас кого-нибудь заспаунит, да? Как всегда. А, там кнопочки какие-то начинают жать. Даже никого не спаунят? Чё-то здесь нечисто. Это прям все подозрительно. И почему там высокотехнологичные текстурки на такой фигне? Я думал, я в каком-то храме. Даже все равно здесь UAC отличились. Чё-то хочется там каких-нибудь чужих хороших поиграть, но я, блин, уже все прошел. Не, ладно, я, конечно, старых не прошел, чужого против лишних, но... Все равно никто не спаунится. Ладно, я тогда даже сохранюсь. Скорей! Устал ли стоять? Это такая, типа, минутка отдыха. Чтобы разнообразие геймплея, видимо. На самом деле, я думал, что здесь будет реально жарких пазл, что-то слишком просто. Жалко. Обожаю прыгать по всякой фигне, правда, никогда у меня 2 хп, но все же. Что вы прекрасно видели, что в этом моде есть такое, что подразумевает, чтобы у меня было какое-то хп. Потому что оно по-любому снимется при падении. Только не босс, только не босс, только не босс. Ай. Так, ну ладно, с этим можно как-то справиться, я надеюсь. Это вроде выглядит не так, чтобы дико страшно. 2 манкубов я как-то одолею. Их же наверняка 2, да? Он же не может там только с одной стороны слева появиться. Так не бывает просто. То у людей сразу, как это называется, симметричная жила заезд. Нельзя заспаунить кого-то только с одной стороны. О! Блин, ну куда вы еще одного? Давай, падай. Так знал, что все этим закончится. Рано или поздно по мне все равно какая-нибудь фиговина попадет. Я ж не могу бесконечно уворачиваться сразу от нескольких точек, откуда снаряды летят. Это слишком. Тем более для моих ракованных рук. Поэтому... Так должно было случиться, я просто надеялся, что я его быстрее убью, ну ладно. Главное, что все не так плохо, могу потерять намного хуже. О! Давай, убивайся! Убивайся! Блин, вот впритык, а? Я бы достал ракетницу, но там как бы одна ракета. Это мне особо не поможет. Жалко. Было бы проще, потому что хп на самом деле у них очень мало. Судя по всему, там вот чисто одной обоймы хватает. По сравнению с тем, кого я только что валил, это вообще как бы семечки. Поэтому обидно, что так выходит. Мне же вон как раз даже на 2 обоймы не хватает. Ровно 60-41 патрон. Как так-то?
давай, давай, давай. Опа, отлично. Ай, не вижу. Господи, кто придумал так сильно махать пушкой во время перезарядки? Ужас какой, дай не сохраниться. О, отлично, наш ХП подобрал. Я теперь понял эту проблему. Я недавно смотрел какой-то обзор. Честно говоря, не помню, на какую игру. А, это же было, собственно, на третий дуб, только на Роя. Не на оригинал, а на Resurrection of Evil. О, замечательно. Как хорошо, что у меня в руках был именно пуфмаган. Это просто совпадение, 10 из 10. Если бы у меня не пуфмаган, в руках было, я не знаю, что бы делал. Сейчас я умру, да? Нет, смотрите, еще осталось ХП. Давай, давай, сколько у тебя может быть ХП? Каждая просто происходящая перезарядка, это шажок в сторону моей погибели. Лол, закайтил на миле. Ну это прям такое совпадение. Бывает раз в жизни просто. Это мне сейчас трындец повезло. Где-нибудь видели, что можно было в упор свейдить патрон ПМГ, потом еще вернуться от мили атаки, и чтобы он после этого не умер. Просто 10 из 10 совпадений, охереть. Такое очень редко бывает. Так, ну что, нас потихоньку на базу возвращают, я так понимаю. В смысле, опять босс? Ну не надо. Ну вы чё? Так, понятно, сейчас будет какой-то большой босс, да? В смысле? Это ж из Роя. Ну да. Твою налево, зачем вы вставляете босс из Resurrection of Evil? А! Он такими обычными снарядами что стреляет? Ну. Нет, если он реально стреляет только такими снарядами, то это как бы изи-бризи будет, но. Это как-то слишком хорошо, мне кажется. Ух ты, у меня еще стамина без коня. Ууу, да все, это как бы на раз-два. Главное только, чтобы не вовремя не сохраниться, как обычно, все будет хорошо. Я сейчас на карту просто, на самом деле, как всегда. Так, давайте мне еще один этот. Открывайся, когда она там открывается, я вообще не помню, когда я проходил этот Resurrection. Ай. А, мне ее прям нажать надо руками. Да в смысле? Ну вы что, издеваетесь? Ну давай. Взрывайся. Да сколько тебя стрелять-то надо? О. Главное себе патрон не просрать, конечно. Ой, я прыгнул, прыгнул, все хорошо. Нет, это, конечно, хорошо в том плане, что это разнообразие. То есть этот босс, это чистое разнообразие хорошего боя с боссом. Потому что надо прыгать, надо разбивать фигню в баллонах, бегать, бесконечный бег. То есть это очень хорошее разнообразие, но просто я, честно говоря, я за время этого мода вообще полностью, абсолютно отвык от простых хороших боссов. То есть я привык бодаться, блин, с этими, со всякими, ну вы поняли, модифицированными Хеллнайтами с миллиардом хп и так далее. То есть я как-то вообще полностью отвык. Так, на самом деле меня начинает реально беспокоить вопрос моих патронов. Я думаю, вообще все закончится. У меня что вообще есть? Кажется, у меня реально все заканчивается. Алло, я вообще смогу его убить. Нет, ладно, осталась, конечно, одна эта херня. И, по идее, я смогу. По идее. Я надеюсь. Я не помню, что... А, у меня гранаты еще есть. Во, у меня еще 50 гранат. Которыми я вообще не пользуюсь. Теоретически этого должно хватить. Конечно, при условии того, что они будут взрываться при контакте с бочкой. Ой, не бочкой, но вы поняли, с капсулой. Прикиньте, если я буду кидать гранату, она будет отскакивать от нее, потому что это окружающая среда, а не враг.
Блин, вот это будет фейл. Я, кстати, ни разу не проверял. Естественно, понятное дело, такую штуку, потому что я не помню вообще, где я это проходил. Я подозреваю, что именно в Рое я его там убил, небось, для удара без БФГ или как-то так, потому что на самом деле игра довольно простая, кажется, что этот мод намного сложнее, понятное дело. Так, дайте мне, короче, да, гранатку покидаю. Твою налево. Блин, я кажется, все время вдалбываюсь в костер, да? Там эта капсула горит, меня костер сжигает. Я даже на нее не смотрю. Я пока пытаюсь этого босса уворачивать, естественно, никуда не смотрю. И врезаюсь. Это на самом деле очень неожиданно было. И то я помню, что это босс из Роя, просто потому что я только что смотрел обзор на все думы на YouTube. Не знаю, зачем я это делал, просто выпустили видео, я посмотрел. И там была вставка видео вот с этим боссом, поэтому я как бы, у меня есть ассоциация того, что это босс из Роя. Если бы он просто так появился, я бы сейчас думал, что это, блин, босс для мода сделан не специально. Только в костер не влезь, пожалуйста. Только не влезь в костер. О! Чё это он опять стрелять начал? Внезапно. Главное, блин, реально опять не сохраниться там перед костром или еще перед какой-либо. Ну давай, открывай последнюю капсулу. Я в тебя верю. Ты сможешь. Тебе же нужна энергия. О, давай, давай, давай. Понятно. Ладно, я этого ожидал. Я так криво бегаю уже. Плохо ориентируюсь в пространстве. Блин, как бы сейчас не пришлось опять переключаться. Мне, честно говоря, так лень. Тем более во время боя с боссом. Надо его добить уже. Ой, что мне еще есть? Я сейчас прокручу колесико. У меня точно должно что-то добыть. Потому что не может быть такого, что у меня только автомат один остался. И, блин, гранаты, это вообще трындец. Такого не бывает. Просто у меня должны быть патроны. Не, я, конечно, помню, что я офигевал в начале мода, что у меня патронов нет. И это было круто, потому что давно такого не было. Я очень радуюсь, когда в игры впихивают очень хороший менеджмент патронов, потому что это, ну, типа, это правильно, это добавляет свою фишку. А, я вот эту фигня есть точно. Как я мог вообще про это забыть? Господи. Блин, он стоит слишком близко. Слишком близко. Да нажми. Какого хрена вы издеваете? Ой, короче, ладно, сейчас я переключусь по-быстрому все-таки. А то как бы что не заглючило. Так, я снова тут-то. Это ж как, блин, просто должно повести. Вы представляете, чтобы самый ответственный момент эта сволочь встала прямо рядом с капсулой. Кто бы мог подумать. На самом деле, хорошо, что у меня как бы двустволка так-то есть. А то, блин, я про нее вообще забыл. Я сейчас реально боялся, что у меня останется только автомат и пистолет. Не знаю, что бы я делал в таком случае. А? Ай, куда ты закрылся? Вы издеваетесь, что ли? Открой. Сейчас меня шотнет опять. А-а-а! Блин. Вот чё, плохо, конечно, то, что да. В этом. В такой ситуации. Ай! Да ладно, рили. Что в такой ситуации стволк не самая хорошая вещь, потому что я пока ее перезаряжу, эта фигня уже закроется. Так, мне надо его как-то. Как-то приманить на себя, потому что я не знаю, что мне делать, если он опять решит встать зачем-то там. Прямо рядом с капсулой. О, давай, давай, давай. Тихо! Только не в упор, пожалуйста. Только не в упор. Ты ж меня теперь следить еще. Пока. О, пока. Пока он стреляет, так как это. Че это было? В смысле? Меня откинула капсула? Или... Я не очень понял. Если она меня сейчас будет, как бы, по дефолту откидывать, то что мне делать, если она будет откидывать меня именно к нему? Вы представляете, что мне делать в такой ситуации? Я не знаю. Вот! Вот!
типа, чё за хрень? Она меня реально будет откидывать, и чё мне делать? Нормально вообще? Вы что, издеваетесь? Как мне пройти этого босса, если меня насильно ставят в упор к нему? Блин, ну я не знаю, мне его надо куда-то приманивать опять. Нет! Блин. Я в размышлении. Реально, а что мне с этим делать? Как он проходится в оригинале, вообще не помню. Там такая же херня была? Мне просто реально кажется, что я в рой его прошел, типа, двумя ударами, или как-то так, грубо говоря. Так, ладно, у меня есть предположение, что мне нужно подгадать убийство капсулы в момент его выстрела. Я просто не ожидал, что она сейчас с двух выстрелов умрет, потому что... Я помню, что я ее тремя убивал, а не двумя. Ладно. Короче, надо вообще сохраниться просто после первого контакта с капсулой. Твою мать, 6 хп. Вот плохая сейчас идея. Не буду пока сохраняться. Я хочу сохраниться, скажем так, с максимальными шансами. Как он меня сейчас... Он же не стрелял вроде даже. Твою налево. Я пытаюсь понять, что происходит. Стоп. Чё я парюсь? Я рассчитываю полностью свою игру из логики того, что я обязательно стреляю по этой фигне из двустволки. Ну вы поняли, я ж могу издалека ее убить. Так что я, пожалуй, действительно так сделаю. Твою налево. Я забыл, что он стенку может меня убить. Потому что я не знаю, что еще делать. Я, пожалуй, сейчас сниму ей хп побольше из двустволки. Короче, разок туда выстрелим, а потом я куда-нибудь смоюсь, вот типа за капсулу. Надеюсь, этого хватит, потому что я не знаю, что еще делать в противном случае. Вдруг это какой-то баг. Меня же предыдущие капсулы не откидывали, правда? Хотя, ну, понятно, что я в предыдущие капсулы не в упор стрелял. Во! Как я опять умер? Да ну чё за херня-то происходит? Я ненавижу, когда я умираю, непонятно почему. Потому что, типа, это вот единственное, что меня реально бесит, потому что тогда я не считаю, что это сложно. Если я умер непонятно почему, то это плохой геймдизайн. Весь мод, на самом деле, сделан офигительно, поэтому я думаю, это какая-то либо баг, либо ошибка, что это за прикол вообще. Так, я сейчас под огонь, видимо, попал опять. А, это он сейчас в стенку кинул, и я зашел сам прям в волну от снаряда. Твою налево, как неудобно-то получается. Ладно, сейчас я хотя бы понял, что я умер. Надо с этим поаккуратнее, надо как-то отойти от стенки, в которую он стреляет. Да, сейчас я просто в мелиатаку опять попал. Фух, так, спокойно, сейчас мы все пройдем. Я абсолютно уверен, что с этим можно что-то сделать. Надо просто смыться подальше, а мне лень. Эта фигня, в принципе, долго остается открытой, и не то, чтобы на нее было... Ну, относительно долго, понятное дело. Не то, чтобы это было... Этого хватало на перезарядку двустволки, но под автомат, я думаю, вполне подойдет, и даже не полностью обойма на нее нужна.
Так что я сейчас просто подальше свалю. Сейчас я ее открою, свалю подальше, и я думаю, все будет хорошо. Так. Ой, твою мать, я не перезарядился. Давай! Отлично. И я не умер. Вы только посмотрите. Я все еще живой. Отлично. Я даже засейвился. Как бы все. Оунд. Пвунд. Главное под эту волну дурацкую не попасть. Я до сих пор не могу привыкнуть, что я могу бесконечно бегать. Представляете? Как влияет внутри мозги просто. Я до сих пор пытаюсь экономить эту сраную стамину, боясь, что она сейчас меня закончится и меня кто-нибудь укусит. А я могу просто позажать shift и радоваться жизни. Ну да, он даже артефакт этот, то есть точно ставили из роя. Понятно зачем, ну ладно. Главное, что все пройдено. Так, стоп, то есть. То есть как это invulnerability, я... Return to Phobos. Ну блин, они полностью кусок вставили. Зачем? Это... Ну, это немного портит атмосферу, когда внезапно... Внезапно вот прям вот так кусками начинаю что-то мне вставлять. Я же, кстати, даже не могу выбрать артефакт, потому что я на Q нажимаю, и вот нет. Хотя, может, так я его могу выбрать. Значит, дайте сначала посмотрю, куда идти вообще. Да, меня дальше пускают, хорошо. Короче, это странно, что они не вырезали... эту часть. А чё меня так снаряжают? Чё-то мне не нравится. Зачем мне столько снаряжения дали? Да, немного странный, конечно, секретный уровень. Не скажу, что плохой здесь, как здесь всё хорошее, но прошлый был лучше. Тот, который замком. Замком было весело. Был прикольный уровень. Здесь, конечно, немножко так заезжено из-за этих арен дурацких. Вот, ну да ладно. Арены все равно всегда должны быть, просто надо их как-то порционно пихать, что ли. Не все сразу, одновременно. Так, ну что, меня теперь на обычный уровень пихнуть, на тот, который я тогда восхищался картинкой, да? Какое-то подземное царство в пещере или что-то такое было, сейчас он будет. Да, да, это он, 14 уровень. Мост перед храмом. Блин, целый левел на мосту, что ли, это было бы прикольно. Это было бы интересно. Особенно, если бы можно было постоянно бежать. Ой, ну куда вы так сразу? Дайте я сохранюсь спокойно. Не кусайся. Все? Все хорошо? Отлично. Так, ну все, теперь можно этим за... А-а-а! Дайте мне закончить, алло. Все? Все довольны? Отлично, все. Будем на этом заканчивать. С вами был Nimus42. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до встречи в следующих сериях. Пока-пока.